Добрый день. Меня зовут Жмакин Дмитрий. Я тренер по бразильскому джиу-джитсу. Представляю школу Top Gun Jiu-Jitsu School здесь, в Днепре. Сегодня мы на канале открытый, программа Body Positive. И сегодня для вас покажем базовую разминку, как быстро размяться, разогреться, приготовить свое тело к трудовому дню или физическим нагрузкам, правильно размять мышцы, правильно разогреть, поднять пульс до нужного темпа и поднять общий уровень бодипозитива в нашем организме. У нас сегодня будет несколько сетов, которые мы разобьем на части, и будет работа в многоповторном режиме. Будем делать каждое упражнение в нескольких его вариациях для того, чтобы полностью проработать всю группу мышц, основные группы крупных мышц, мышцы-стабилизаторы, разогреть связочки и суставчики, и дальше будем готовы к следующим более сложным нагрузкам. Итак, первый сет выполняется на месте, можно выполнять где угодно, дома, в парке, на пляже, там, где вас, собственно, и застала эта разминка. Итак, начнем первый сет, сет из двух упражнений. Делаем его в повторе 10 раз, каждое движение, и потом 3-4 общих повторения. Итак, поехали. Первое, прыжки на месте с разведением рук в стороны, и дальше комбинируем его вторым сетом. Итак, поехали. Базовый прыжок выполняем в удобном для себя темпе, делаем 10 повторений, после чего без перерыва делаем 10 амплитудных, но не низких приседаний. Итак, поехали. Ноги на ширине плеч, приседаем, корпус ровно, руки выводим вперед. И таких 10 приседаний. Не старайтесь приседать сильно глубоко, в этом нет никакой надобности. Держим баланс тела. После 10 повторяем заново весь этот сет. Итого у нас таких должно быть 3-4 круга повторений. Старайтесь выполнять все движения размеренно, дышать ровно и глубоко. В данном случае мы пока что просто поднимаем общий уровень пульса до рабочего, до рабочих ударов сердцем. Окей, это был первый сет. Напоминаю, делаем 3-4 повторения по 10 раз каждый. Следующий сет выполняется уже более активно, для того, чтобы мы сменили темп движения с размеренного на более ускоренный. Итак, следующие два упражнения в следующем сете – это условный бег на месте с высоким подниманием бедра. Мы его будем комбинировать с захлестом голени за себя. Делаем точно так же в повторении. Начинаем с высокого поднимания бедра, дальше продолжаем с захлестов. И таких 3-4 круга по 10-12 раз, как удобно. Итак, выполняем упражнение точно так же, достаточно несложно. Суммарно мы должны получить 30-40 секунд выполнения на каждое упражнение. И дальше комбинируем его с захлестом. Ставим руки сзади для того, чтобы мы ощущали хлопок пятки по ладошке. И дальше продолжаем таким же образом выполнять это упражнение. Все, после чего повторяем опять 3-4 круга. Если чувствуете силы, темп можно ускорить. Окей, закончили с подниманием бедра и захлестами и переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение будет на развитие стабилизации нашего корпуса. Уже добавляем немножко элементов баланса, координации в движении и так далее. Делаем обычные стандартные боковые приставные шаги, двигаясь, опять-таки, если работаем в парке, у нас позволяет площадка, двигаемся большими длинными линиями. Если пространство ограниченное, делаем 2-3 шага в одну сторону и возвращаемся 2-3 шага в другую сторону. Итак, выполняется упражнение достаточно просто. Мы просто делаем стандартный боковой приставной шаг и отшагиваем в сторону. Итак, делаем 2-3 раза в одну сторону перемещение и 2-3 раза в другую сторону. Все, таких вот приставных шагов тоже выполняем порядка 30-40 секунд. Дальше эти шаги можно усложнять. Следующее, мы занижаем свой центр тяжести ниже и делаем те же самые боковые приставные шаги, но уже стараемся на каждый шаг
дотянуться до земли. То есть мы должны так присесть низко, чтобы коснуться рукой пола. Приблизительно выглядит вот так. Дальше опускаемся ниже, чтобы мы на каждый шаг могли цеплять землю. Касаться ладошкой, пальцами, насколько хватает вашей гибкости. Все. Точно так же 30-40 секунд повторения. Вот, дальше добавляем, разминаем переднюю поверхность бедра, добавляем больше задней поверхности бедра. Разворачиваемся и двигаемся теперь спиной вперед, делая точно такие же приставные шаги с точно таким же касанием. С точно таким же касанием руки пола. И в другую сторону. Делаем точно так же, отпрыгиваем. Здесь касаемся перед собой, здесь касаемся перед собой. То есть все время касаемся перед собой. И точно так же 30-40 секунд побегали в сторону влево-право. Далее следующее упражнение. Нам нужно чуть-чуть размять верхнюю часть корпуса. Для этого мы делаем легкий прыжок на месте, для того, чтобы не сбивать наш темп. И делаем стандартный мах перед собой руками. Для того, чтобы максимально растянуть мышцы спины и максимально растянуть мышцы груди. Я не напрягаю ни руки, ни спину. Делаю просто стандартный мах по диагонали. Добавляем. Следующая смена. Смена рук вверху. Плюс-минус рассчитывайте тоже до минуты выполнения. Следующее мы махом руками добавляем круговые движения. Нам нужно размять все части, все суставные части нашей руки. Начинаем с плечевого сустава, вращениями вперед, 10-15 повторений и такие же вращения в обратную сторону. После чего переходим на локтевые суставы, разминаем локтевые суставы. После чего переходим уже на кисти. Проще всего это выполнять, взяв руки в замочек и сделав круговые движения. Параллельно с тем, как мы разминаем кисти, добавляем легкие наклоны головы влево-вправо и вперед-назад. Хорошо, вот мы приблизительно размяли все свое тело. Готовы уже к более большим физическим нагрузкам. Если у нас остается еще желание, можем добавить прыжочки на месте со скруткой корпуса, что позволит нам дополнительно размять группу мышц, которая находится на спине. Сюда же можно подключить и все возможные наклончики. Тянемся рукой до колена. Таким образом разминаем мышцы кора. Дальше можно поделать условные растяжечки, поподнимать колено к груди. Уже более, если мы делали прыжки на месте, поднимали ногу до угла 90 градусов, то сейчас можно колено уже тянуть чуть-чуть повыше. Поднимать. И дальше уже можно закончить нашу разминку небольшой растяжечкой, потянуть мышцы верхней части корпуса, порастягивать ручки в одну сторону, порастягивать кисти, предплечья в одну, в другую сторону, поразминаться. То же самое сделать с ногами. Взять себя за голень, подтянуть пяточку к ягодицам, точно так же вторую сторону. И поделать все возможные наклоны потихонечку, постепенно растягивая все мышцы. Надеюсь, эта разминка была для вас полезная. Надеюсь, она зарядит вас бодростью на весь день, подготовит ваше тело к физическим нагрузкам. Сама по себе разминка базовая и подходит для всех видов спорта, в том числе для джиу-джитсу. Оставайтесь с нами, смотрите, занимайтесь спортом, развивайте свой баланс, поднимайте настроение себе и своим близким. С вами был Жмакин Дмитрий, программа Body Positive. До новых встреч, пока!